конечно, бросок Андерсона пытаются контролировать, а там уже как получится, какие будут опции. Дмитриевич! Андерсон получил, отдал, но буквально в перехват пошла эта передача. Ненад Дмитриевич сам, и вот они. Плей-офф. Виден Лиг готов солировать. Между плей-офф прошлого сезона. Джален Рейнольдс! Что такое с их реализацией происходит? Просто невероятно. Нено, Рейнольдс и полукрюк. Тайм-аут будет. За тех, этой группы игроков включится. И самое главное, когда Маркос Найт. Два очка, но Марфорда и накрыл. Игрока Локомотива, Ненад Дмитриевич на дугу, Эрик Грин, и это плюс. Долгое владение, 12 секунд. Нено дает Воронцевичу метр до дуги, но, конечно, когда временем врывается под кольцо, но чисто играет Рейнольдс и бежит Уникс вперед. Дмитриевич пойдет сам, Нено, но... Лабери. Что движение от Дмитриевича, классный бэкдор и легкие два очка. Карвел Андерсон получил, Найт в него врезается, нет нарушения правил, более того, чистая оборона, Найт летит под кольцо и... Защита, защита, скандирует баскет-холл, 3 на атаку, Ненад Дмитриевич прорывается под кольцо и забивает! Палить здесь вряд ли кто-то будет пытаться в большом количестве, учитывая проблемы с персональными, Ненад Дмитриевич! Надо защищаться против размена теперь. 5 секунд, Дмитриевич трех, очень смело! Но